Дорогие наши женщины, поздравляем вас с 8 марта. Желаем в этот прекрасный весенний праздник наслаждаться не только работой, но и личным благополучием. Легенду услыхав однажды в детстве, не все я помню, честно говоря. Давным-давно стояли по соседству мужской и женский два монастыря. Монахам без ухода было туго, жизнь у монашек тоже не сироп. И вот однажды друг навстречу другу они подземные начали подкоп. Был труден путь до встречи на рассвете, и грустно мне, но как тут ни крути. А прокопали женщины две трети, мужчины только треть того пути. И лишь теперь я понял, в чем причина, и оттого я ныне зол и хон. Ведь совершенно ясно, что мужчины, копнув два раза, шли наперекор. Сидели дым колечками пускали, травя за анекдотом анекдот. А в это время женщины копали и продвигали женщины вперед. Еще причину укажу отдельно, я эти штучки знаю на зубок. Мужчины, я уверен, параллельно вели подкоп под винный погребок. Они вино крепленое глотали, они шутили, лишь сова не пьет. А в это время женщины копали и продвигали женщины вперед. Потом среди мужчин нашелся кто-то, сказавший: братцы, нет у нас стыда, даешь бесперебойную работу, даешь производительность труда. Потом мужчины долго заседали и составляли план работ на год. А в это время женщины копали и продвигали женщины вперед. Не о монахах нынче я печалюсь, о них бы я не стал писать стихи. Пускай монахи сами отвечают за их средневековые грехи. Прошли века, и что теперь судачить? Своих у нас не в проворот проблем. Ведь остается важная задача нам девушек поздравить в этот день.